Стрельба в центре Москвы. В столице застрелили льва. Это не просто хищник, сбежавший из зоопарка. Это Лев Кинг, известный киноактер. На момент происшествия он как раз снимался в фильме Эльдара Рязанова «Невероятные приключения итальянцев в России». Мимо парка 74-й московской школы шел студент Бауманского института Володя Марков. К нему подбежала незнакомая девушка и попросила поймать ее собачку, которая убежала в школьный сад. И Володя Марков так рассказывал. Когда он вошел в сад, какая-то метнулась тень, и он был сбит. Потом почувствовал боль, и его придавило к земле. В это время инструктор боевой служебной подготовки Александр Гуров в своем отделе милиции рисовал стенгазету. Вбежавший дежурный сунул ему в руки пистолет и крикнул: «Беги, застрели льва!» Он загрыз студента. В руках у лейтенанта пистолет Макарова. Только седьмая пуля убивает четвероногую кинозвезду.